Всем привет, с вами Крейзи. Возможно, кто-то помнит, я бы сказал, уже старички моего канала. Месяца два, там, три назад я снимал видос «Мини-режимы наоборот». И там я брал какой-то мини-режим и переворачивал его с ног на голову. И мы играли в то, что получилось. Для того времени он набрал очень хорошо. Он бы и сейчас набрал хорошо, вот эти просмотры, это было более чем. Да и к тому же это было очень весело. И поэтому я подумал, а почему бы не сделать это еще раз? Взять новые мини-режимы и перевернуть их также с ног на голову и поиграть в то, что получится. Вообще, это должно быть очень интересно. Поэтому перед началом поставь лайк, подпишись. Ну а мы уже начинаем. Ну что ж, погнали. Первым мы будем издеваться над Дефраном. Как вы знаете, может быть, или не знаете, здесь 9 Фрэнков и 1 Гейл. И казалось бы, у нас все так же. Но дело в том, что Фрэнк бежит, а Гейл над ним издевается. Ну точнее, он его затормаживает, чтобы тот прошел медленнее. А тут дело в том, что они пытаются меня заторможить, а точнее убить. Они просто бегут мне, чтобы меня убить. Пока я нормально справляюсь, наверное, не надо было брать стан, потому что счет слишком изи. Но я станю, не стоя 2 секунды, я убегу на километр. Наверное, нужно будет поменять. Так, стоп. Ну ладно, тогда я потом поменяю пассивку и попробую еще с заморозкой. Потому что это должно быть изи, Ой. Это не предусматривалось вообще-то. Так. Я не знаю, ну я все, я труп и не дойду. Да. Ну короче, вот так ошибаться не стоит. Они этого не прощают, как мы поняли. Больше не буду. Давайте попробуем еще с заморозкой тогда. Все, полетели, я поменял пассивку, и должно быть прям на уровне сложнее. Нужно, мне кажется, ультовать прям по КД. Но они меня догонят. Они вон вообще не отстают. Так, они куда-то ушли. Ну ладно, это мой шанс, и нужно им воспользоваться. Валим отсюда, валим. А, они на подходе. А я могу? А, нет, не могу, я думал. Просто было бы прикольно, если бы я их обратно в телепорт засунул. Но это невозможно, к сожалению. Куда? Обратно? Ну, это вообще-то страшно. Когда ты такой бежишь, маленький дедок, и с тобой бегут 8 амбалов вроде, их 8, да. 8 амбалов из камня. Он же каменный, да? Или нет? Ну, короче, хотя бы с молотом, это уже страшно. Так. Ну, знаете... Каковы мои шансы? Я бы сказал, что сомнительны. Надо успеть. Так, ай. Не, ну там Unreal. Я бы вообще никак не успел. Я просто залетел, и меня сразу снесли. До центра дойти, мне кажется, вообще Unreal. Просто невозможно. Ну что ж, следующий режим. И это пол, это лава. Какая-то тавтология, но что ж поделать. Здесь, как вы знаете, нужно ходить по земле, а роль лавы исполняют кусты. У нас же наоборот. Можно ходить по лаве, а по земле же нельзя. Также можно ходить по хилкам, трамплинам и шипам. Ну и конечно же мы не забыли. Раз мы противоречим просто всем правилам, то побеждает тот, кто доходит последним. Ну как без этого, да? Кстати, тем временем иду очень уверенно. Я прям не ожидал. Я когда строил, не тестировал ни разу. Вот только дело в том, что мои тиммейты, или соперники, ну поумирали все. Это плохо. Так, ну а мы идем. Никого не трогаем, спокойненько. И сейчас мы, надеюсь, дойдем. Так, прыгаем. Так, я не знаю. Сейчас еще какой-то баг с шипами. О, идеально. И дальше. Так, ай. Я не успел, а почему? Так, и прыгаем. Эх, промазал. А почему у всех 2 куста, у меня 1? Я сам себя заскамил, получается. Да уж. Ну, короче, давайте еще раз. Ну и давайте еще разок. Кстати, мне нравится карта при загрузке. Она реально выглядит прикольно, прям красиво. Так, полетели. Рядом Мехвот и Максон. И в идеале, чтобы мы дошли с ними вместе, и я потом их подтолкну к финишу, чтобы прийти позже них. Это вообще прикольная тема, но надо бы дойти сначала. Так, а, я на хилке. Я просто думал, я слил. Не-не, я встал на хилку, и я выжил, получается. Идем дальше. Текст, прыгаем. Влад уже откис. Не повезло пацанчику. Так, полетели. Раз, готово. Еще у нас такой батл, что кто первым дойдет оттуда и дольше простоит. Наверное, что-то такое будет. Так, прыгай. О, хорошо. Так, дальше идем. Нас опережает Максон. Нужно его опередить. Хотя, честно говоря, вряд ли уже. Так, прыгаем дальше. Что-то мне подсказывает, что я просто не успею. Да. Вот что за баг? Я бы успел прыгнуть. Я прыгнул. И просто меня в воздухе обратно тэпнуло. Так, все хорошо. И прыгаем. Стоп, а как я вышел? Ну, не считается. Ну, я же прыгнул. Это вообще-то мне залагалось, если что. Так, теперь Максон, ты хочешь первым дойти?
Ау, стоп. Он так дошел. Кажется, он правила не понял. Так, мехвод. Ну ты сейчас первым придешь, да? Это, кстати, не вопрос. Да почему меня опять заскамили? Что ж, идем дальше. И это у нас жвачка. Мне сказали, так называется режим. Но, честно говоря, очень странный. Где, короче, вообще в оригинале 9 тиков и 1 биби. Она расфармливается и кидает в них свою жвачку. Кто выживает, тот победитель. Но у нас же наоборот будет. 9 биби и 1 тик. Ну, как бы не 9, но вообще 9. Странно сказал, как обычно. Но все уже привыкли. Так, кто-то лови. Фрэнк, наступай. О, идеально. И еще прикол в том, что промазать невозможно. Головеха кого-нибудь всегда найдет. И это плюс режима. Если за тика, идеальная игра. Просто пушка. Не проиграешь ничего. Вот. Все выстрелы в точку. Этот режим для тех, кто на стрелках играет, ну, так себе. И вообще с аимом, ну, не очень. Тут промазать просто невозможно. Ну и кидаем головеху. Лови, биби, лови ее. Она уже бежит. Так, капец, он крыса. Он просто взял кто-то и подставил своего тиммейта. Ну или оппонента. Ну, короче, он просто прибежал к нему, чтобы головеха забрала не только его, ну и еще и соперника. Ну и давайте сделаем еще одну игру, только уже за биби. Посмотрим, как оно изнутри. Вообще, я понимаю, что выгоднее всего занимать дальние позиции. Ну, туда головеха тика с меньшим шансом побежит. Но, честно говоря, не знаю. Вообще, прикольно расставить бы 4 телепорта, и чтобы тик кидал в телепорт головеху. И она появлялась непонятно откуда, а не с одного места. Ну, а так все просто шкерятся по углам, и понятное дело, что они победят. Но это не прикольно. Сейчас я проиграю. Так, не ко мне. Ай-ай-ай-ай-ай. Ну, я, в принципе, так и знал. И знаете, за тика-то она получше, наверное. Ну, или надо расставлять телепорты, тогда будет весело всем. Ну, надо будет подумать над этим. Вообще, идея прикольная. Но мы идем к последнему режиму. Ну что ж, и последний режим – это Царь Горы. Может быть, уже олды, я бы сказал, моего канала помнят его. Он был месяца 4-3 назад, где-то так. Там суть, чтобы остаться как можно в верхнем квадратике, а у нас же будет как можно в нижнем. Все же наоборот, только вот никто кидать никого не будет. Невыгодно соперникам помогать. О, меня выкинули, спасибо. На самом деле странно, что мы начинаем сверху, а не снизу. Что реально, а чем мы начинаем сверху? Давайте доиграем каточку и сыграем еще одну, где мы снизу. Это самая лучшая позиция, и нас будет кидать вверх, что логичнее. Хотя, в принципе, можно прямо сейчас закончить, потому что вряд ли кто-то из нас окажется ниже, чем тот же Влад. Ну это нереально. Никто никого не кинет. О, полетел молодой. Ладно, погнали тогда в next игру. Еще одну. Что ж, погнали. Сейчас все правильно. Мы снизу кидаем вверх. Наша задача остаться как можно ниже. Так, спайк уже полетел. Не повезло, не повезло. Чего не нравится-то? Вообще, моя приоритетная цель это лебедик. Она очень хорошо играет здесь. Прям очень хорошо. Просто всех выкидывает на раз-два. Так. Ну, я хочу ее кинуть, но я не знаю как. Еще посмотрите тех людей, которые уже выше нас. И они просто... Вот, вот что это? Что за скам? А, спасибо. Спасибо. Ну, да вы что? Я обычный игрок. Отстань. Я так и знал. О, спасибо. Фига. Ой. Вот это не повезло, конечно, Максону. А как так-то? Сейчас будет такая тема, что если ты чуть-чуть приблизился к заборчикам, ты уже у них. У меня так было с лебедиком. Я, короче, пытался ее выкинуть, и меня закидывают спарки вообще ни за что. Что я ему сделал? Кстати, у меня есть цель сейчас найти спайка и закинуть его. Он меня выкинул с центра, и хотелось бы ему помочь. Только посмотрите, за мной бегают трое. Четверо, да вы шутите? А что за прикол? Ну, типа, четверо. Так, еще бы лебедика закинуть, было бы классно. Я же говорю, она лучшая в этом. Она всех выкинула. И сама ходит, бегает спокойно. Так, у нее, по-моему, нет гаджетов, если не ошибаюсь. О, красава Спайк, иди ко мне. Сюда давай. Так, ну подойди поближе чуть-чуть. Все, полетел. Все, долг вернули. Получается, совесть чиста. Вообще, можно бы еще лебедика пытаться закинуть. Но что-то там вообще Unreal. Она просто не дает себя кинуть. Ну никак. Ну что ж, гаджеты, я думаю, остались только у единиц. Поэтому смысла тянуть игру я не вижу. Победили вот Спайк, потом идут я, Максон, Влад и Лебедик. Остальные же неудачники. А на этом у меня все. Напишите в комменты, какие бы вы режимы перевернули. Лучший из них я выберу и позову автора коммента в следующую часть.
Ну, это при условии, конечно же, что это хорошо соберет. Но у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи и пока!